Здравствуй, Севастополь. Ты на канале «Камни с неба», с тобой Алексей Процко. Если вы думаете, что пешеходный переход на дороге может каким-то образом спасти вас от ДТП, то вы сильно ошибаетесь. Буквально через две недели, то есть 15 февраля 2018 года, состоится очередной суд по кассационной жалобе вот этих людей, которые попали в это ДТП. Слава богу, остались живы, сразу скажу, но с тяжкими последствиями. Перебью это видео пока и скажу, что это было почти 3 года назад, 19 апреля 2015 года. Итак, перенесемся на Дмитрия Ульянова, Севастополь. Саша, смотри. Господи, что ли? Стой, я сейчас скорую. Быстро. Простите меня за такие тяжелые кадры, но ко мне обратилась семья, которая оказалась под колесами автомобиля. Это мама, папа и их 8-летняя дочь. Быстро. 103. Зачитываю фрагменты письма. Сразу после ДТП скорости вышла амнистия ко Дню Победы, и водитель согласился на эту амнистию. Первый административный суд вынес решение в виде наказания, штраф 5000 рублей государству. Подав жалобу в апелляционный суд, спустя год жена добивается лишения водительских прав этого человека на год. По отцу этого семейства, естественно, прекращают уголовное дело, так как действует амнистия. Спустя 1.5 года этот же водитель отказывается от всех своих ранее данных показаний, в том числе и от амнистии, возбуждается уголовное дело. По жене и дочери идет гражданский суд отдельно, добиваясь выплат компенсации по моральному и материальному вреду от предприятия Севтранстрест. Вот, кстати, хочу сразу остановиться и сказать, что ноги моей больше не будет ни в одном из автобусов этой вонючей конторы. А знаете, почему эта контора вонючая? Она вонючая в буквальном смысле. Чехлы от сидений там просто не стирают годами, наверное, как автобус купили, так вот это все и ездит по нашим дорогам. То есть буквально после каждого посещения надо просто стирать все свои вещи в машинке. Ну а еще эта контора вонючая, потому что она ничего не предложила пострадавшим. То есть ни копейки денег, даже как бы не извинилась, вообще никак не принимала участия. А водитель этой конторы, постоянно меняя показания, просто уходит от ответственности. И на последнем суде он вообще встал и заявил, что просит закрыть дело по сроку давности. Читаю дальше. Тяжело передать, через какие мучения, страдания, боли, переживания, полученные травмы пришлось пройти, ведь пострадала вся семья и все безнаказанно. Жена с травмами и не восстановившейся психикой вынуждена была через месяц выйти на работу. Каждый день туда и обратно добиралась на общественном транспорте, проезжая то самое ужасное место. Ухаживая за отцом семейства и своей дочерью, которым нужен был уход как физический, так и морально. Там УЗИ, рентгены, обследования, приемы в поликлиниках, врачи, сдача анализов и так далее. Заниматься дочерью, отвезти и забрать со школы, участие в школьной жизни, все домашние хлопоты полностью лежали на маме. Помощи ни от водителя, ни от предприятия не было и нет за все это время. Да что там помощи? Элементарного человеческого сочувствия, сострадания, раскаяния о случившемся ни единого раза эти люди не услышали. Единственное, что спасло и хоть как-то помогло выжить в это тяжелое время, это выплата из Российского союза автостраховщиков. Им выплатили по минимуму на всех 160 тысяч рублей. Понятно, что все это в рамках закона, но представитель предприятия и водитель, конечно, умышленно зная все судебные моменты по ДТП, специально делали одну за другой экспертизы, тем самым оттягивая время. Ведь каждая экспертиза занимает месяц-два. Водитель и руководитель этого предприятия, видимо, не одну собаку съели на таких делах. В общем, я буду следить, чем закончится этот суд 15 февраля. И мой вам совет. Очень внимательно следите, когда переходите дорогу. Пешеходный переход не панацея. И желательно переходить дорогу даже по пешеходному переходу, где нет светофора, то есть нерегулируемый пешеходный переход, тогда, когда нет машин вовсе. Не торопитесь на тот свет. Придурков за рулем
хватает. Ну а что суды? Суды как раз действуют по закону, и получается, что отодвигая вот эти все сроки, в итоге можно приблизиться к сроку давности и просто замять любое дело. Берегите себя, переходите дорогу осторожно. Ну а по поводу судов, вот в прошлой передаче я остановил Василия Федорина и Александра Демидова. Александр Демидов хотел рассказать какую-то историю про Федорина, я не дал это сделать, вот теперь исправляюсь. И Александр Демидов сейчас расскажет историю о Федорине, который является ярким примером работы наших севастопольских судов. Я часто бываю в судах, и то, что там происходит, это ужасающие вещи. Безнравственность и беззаконие достигли просто апогея, каких-то немыслимых вершин. Как иллюстрацию я могу привести случай с Федорием Василием Сергеевичем, который произошел относительно недавно. Он проводил митинг на площади Нахимова. Митинг был законный. Вот, и с чем он его и собравшиеся люди проводили. Полиции показалось, что митинг незаконный. Они его, так сказать, схватили силой, 4 милиционера, затащили его в милицейский УАЗик, стали составлять протокол. Не трогайте Федорина, да прекратите его за мной. Не трогай его! Не ломай прибор! Вы в пост охватываете! Позор! 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 Хотели увезти в участок, хотя Василий Сергеевич предъявил им документы, и даже если митинг был бы незаконный, они просто должны были просто зафиксировать его данные и потом повесткой пригласить, а не везти в участок, и дальше можно и поместить в СИЗО, может там он и напасть на милиционера, да мало ли что там случится в околотке-то. А потом выяснилось бы, что он один убил 5 полицейских, за что его застрелили. Легко. Открывай. Ствол. В сторону. Кто хоть слово вякнет, за собой утащу. У меня на каждого говно есть. Он высунул ногу в дверь милицейской машины, и она не, просто не смогла ехать с открытой дверью, поэтому она не отвезла его в милицейский участок. Но, тем не менее, в результате вот этих насильственных и незаконных действий у Василия Сергеевича случился впервые в жизни гипертонический криз, и он стал умирать. Люди, окружавшие его, вызвали скорую помощь. Скорая помощь, его буквально вытащили из милицейской машины, перетащили в машину скорой помощи, потому что сам он уже был в плохом состоянии. Прямо здесь же, в скорой помощи, ему померили давление, сделали кардиограмму, установили гипертонический криз и повезли в больницу. Давление повышенное, кардиограмма плохая, возят в стационар. Вам оказали помощь? Да, меня укололи. Два укола сделали. Вам лучше или нет? Чуть-чуть лучше, да. Получше, да? Получше. Значит, вас сейчас госпитализируют в 3-ю больницу. Да, наверное. Да? С чем вы связываете ухудшение своего состояния? Наверное, с поведением полицейских. Во-первых, они крутили руки, пинали меня, тащили безосновано. Ну и плюс ко всему эмоции, вот результат. Товарищи полицейские, где мой паспорт? Сколько полицейских на вас одного? Я не могу стоять с вами здесь, мне плохо. Дайте мой паспорт. Фактически, где вы проживаете? Что? Фактически, где проживаете? Молодой человек просто, видимо, не знает, что ему поставили диагноз. У вас же забирает скорая, я так понимаю. Да. Василий Сергеевич, а у вас есть полис с собой, с НИЛС? Ой, ну он же дома. Потом по скорой примут, да. Ну, привезут потом. Да. То есть паспорт вам вернули, да? Паспорт вернули, протокол составили, с содержимым не познакомили. Не познакомили? Нет, конечно, не познакомили. Дело в том, что у меня все документы разрешительные с собой. Они даже не соблаговолили посмотреть что-нибудь здесь. Здесь все мне показано, что
Поэтому у нас полное основание проводить все. Этот... Мы это слышали, езжайте в больницу, не нужно уже больше. Всего доброго. Но тем не менее, на него был составлен протокол. Протокол был передан в суд. Суд состоялся, где Василию Сергеевичу присудили 10 тысяч рублей штрафа за незаконное проведение митинга. Но так как митинг был все-таки законным, то это решение удалось отменить в городском суде, потому что городской суд установил, что митинг таки был законным. А остальное, да, это было, так сказать, энтузиаст полиции, науськанный, очевидно, кем-то из городского руководства, которому было просто неприятно на то, что люди, а люди собрались, кстати, для того, чтобы сформулировать вопросы Путину, и утвердить их на митинге на этом от севастопольцев. То есть вот такой невинный был повод. Тем не менее, вот все проявили страшное рвение и насилие над Василием Сергеевичем, который потом пролежал больной 10 суток дома, потому что в больнице тогда мест не оказалось, его просто выписали и болеет дома. И он болел, лечился, врач его наблюдал дома. И вот по окончании всей этой эпопеи Василий Сергеевич обратился в суд, с иском о компенсации ему морального ущерба в связи со всеми этими вот незаконными действиями, нанесение вреда здоровью и так далее. Удивительное решение вынес Севастопольский суд. Норма главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации не содержит такого самостоятельного основания для компенсации морального ущерба, как составление протокола об административном правонарушении. В статье 59, я вам открою большую тайну, нет вот такой даже такого указания, как если вас кто-то в подвале пытал в течение 3 суток, издевался, резал ножом, и потом все-таки вы выжили и обратились в суд, то быстрее всего Севастопольский суд вам откажет, потому что в статье 59 Гражданского кодекса не содержится такого вот основания для компенсации морального ущерба. Вот не содержится такого основания. Ну и так я мог просто вот на 5 любой листах. Пример, да. На 5 листах, да. Кроме того, суд решил, что в материалах дела отсутствуют доказательства вообще всего того, что происходило. В материалах дела есть видеозапись. Я ее видел, ее все видели. Многие видели, как полицейские хватают и силой тащат Федорина совершенно законного митинга, что и было Федорину ясно с самого начала, а суд потом это подтвердил только, но уже городской, к сожалению. Тащат его в полицейскую машину, силой его туда запихивают 4 полицейских. Все это в суде есть в материалах дела, это видеозапись. Суд пришли свидетели с этого митинга в достаточном количестве и под присягой дали свидетельские показания, что так оно все и было. Но тем не менее суд пишет, что в материалах дела отсутствуют доказательства, ну, того, о чем я сказал. Суд заявляет в своем решении и обосновывает это решение, что не очевидно связь наступления гипертонического криза Василия Сергеевича с действиями, которые вот трудом Ромашка. Поэтому он пишет, связь наступления гипертонического криза с составлением протокола на Василия Сергеевича... Не обнаружена. Не очевидно. Не очевидно. Вот не очевидно. И вот такая билибердятина в решении суда излагается, и в компенсации морального ущерба за незаконное привлечение к ответственности вот все эти насильственные действия и незаконные Севастопольский суд Василию Сергеевичу отказал. Вот это пример работы Севастопольского суда. Очень яркий пример. У меня сотни. Сотни. Может быть, я их буду постепенно озвучивать вот с вашей помощью на видеокамеру. Это были «Камни с неба» и Алексей Процко. До встречи через несколько дней. В следующей передаче я конкретно наеду на так называемый правый сектор нашего ЗАГС-собрания. Потому что у всего есть предел. Это были «Камни с неба». «Камни с неба».